волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись. Любая бумажка. Но эту по длинному фронту купе и кают. Чиновник учтивый движется. Сдают паспорта. И я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. И вдруг, как будто ожогом, рот скривило господину. Это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину. Берет! Как бомбу, берет, как ежа, как бритву обою да острую, берет, как гремучую в 20 жал, змею двухметровую ростую. С каким наслаждением жандармской кастой я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись. Любая бумажка, но эту я достаю из широких штанин. Дубликат бесценного груза. Читайте, завидуйте. Я гражданин Советского Союза.